С первого взгляда становится понятно, что глайдинг и зумба сочетают в себе не просто упражнения, а добавляют к ним много музыки и больше похожи на развлечения. Но самое главное, что они помогают обрести прекрасную фигуру, о чем мечтают многие. Во-первых, это интересно, новое. Во-вторых, музыка более такая зажигательная. И связки, когда мы разучиваем, получается немножко больше такой танцевальной, двигательной активности. Поэтому это всегда веселит. То есть веселые тренировки, такие кардио. Идет как бы больше аэробная нагрузка, вот именно работает сердечно-сосудистая система, чему способствует большому сжиганию калорий. Поэтому такие эффективные вот тренировки больше нравятся людям. В последнее время они пользуются популярностью. Любовь Байпородина, профессиональный хореограф с 96 года на базе спорткомбината «Олимп», ведет занятия по аэробике. Внимательно следит за новыми веяниями в мире фитнеса. Так, в прошлом году она коряженцам предложила занятия глайдингом, а буквально два месяца назад – программу зумба. Новые направления одобрительно были встречены посетителями. Есть танцевальная аэробика, но почему-то в последнее время она менее пользуется популярностью в силу того, что люди хотят быстрее и эффективно похудеть. А вот такие занятия, они как раз вот и рассчитано на то, чтобы экстремально, быстро, за какой-то короткий срок, хотя бы где-то пропорции свои улучшить. Для занятий не требуется специальной подготовки, ограничений нет и по возрасту, и даже не требуется специального оборудования. Фитнес-диски успешно заменяют бумажные тарелки. Заниматься желательно 3 раза в неделю. Хороший результат дает система занятий. Кроме того, к своему образу жизни нужно подходить в комплексе. И питание здесь играет немаловажную роль. Ну, я не сторонник ни диет, тем более ни раздельного питания. Это просто объем порций и порядок. То есть, ну, какой-то должен быть режим. То есть, строго хотя бы 4 раза покушать обязательно. Никаких там перекусов, чаев, конфет. Вот в плане того, что хороший, полноценный прием пищи. Но желательно, чтобы он был разнообразный. То есть, там и углеводы, и жиры, и белки, все-все-все, без ограничений. Каждый день на нас сваливается масса проблем, забот. Чтобы весь день быть в тонусе и хорошем расположении духа, одни предпочитают чашечку бодрящего кофе и что-нибудь вкусненькое, другие усталости нашли хорошую альтернативу – занятия спортом. Ну, это уже образ жизни. Здоровье придает, форму поддерживает свою, настроение повышается, тонус. Ну, вообще настроение хорошее после занятий. Что привлекает? Расслабление после работы. Голова не болит после работы, когда она загружена, здесь обо всем забываешь. Подтянутость, отдых, стиль жизни, образ жизни. Образ жизни. Занятия не похожи одно на другое, как бы разнообразие привлекает. Глайдинг и зумба – увлекательные тренировки. Они не оставляют шанса не только лишним килограммам, но и плохому настроению.